Привет! Продолжаем изучать эликсир. И раз уж мы затронули тему функции высших порядков, в данном случае мы рассмотрели функцию map, тут стоит что? Что тут стоит сказать? В теле мы используем вот следующий синтаксис, чтобы вызвать. Вот наша переменная function. Мы function, точечку, и потом перечисляем параметры, как анонимную функцию. Это первый аспект. Ну, давайте разберем. В принципе, здесь ничего особенного-то нет. То есть, пример мы уже видели, каким образом мы могли... То есть, вот давайте еще раз объявим. Так, где мы? Давайте мы и мы, например, сам. Вот мы сам. И мы пытаемся воспользоваться нашим функтором, то есть у которого есть метод map, который является не метод, функция, которая является функцией высшей порядка. То есть она способна принимать другую функцию. То есть здесь мы, например, использовали краткую форму. Можно, например, еще вот таким образом. Например, в модуле string есть length функция argности 1. То есть, возможно, вот такая запись. Так, что я тут опять не так сделал? Лишнюю скобочку поставил. Окей. И как видите... Я просто преобразовал вот это значение сам в длину. То есть я воспользовался под функцией length из модуля string. То есть функции высшего порядка, они способны принимать какие-то другие функции. Что тут еще можно рассказать? Да, давайте покажу еще один достаточно, скажем так, интересный финт, который вы можете провернуть функциями. Это, смотрите, давайте создадим функцию некоторую сам, которая возвращает другую функцию. Для этого пишем, как обычно, анонимную функцию. Она принимает некий параметр. Но в качестве тела мы пропишем другую функцию, которая также принимает некий параметр, и мы здесь будем эти параметры складывать. X плюс V, и пишем двойной end, это заканчиваем на внутреннюю функцию, заканчиваем внешнюю функцию. И в итоге мы объявили некоторую функцию сам, которая принимает какой-то параметр, и возвращает новую функцию, в которой параметр уже связанный. То есть, смотрите, мы, например, можем создать функцию sum3 и приравнять ее к функции нашей sum, но связать вот этот параметр x с троечкой. Сейчас вы поймете, почему я sum3. И теперь мы можем... Сам 3 пользовался, как обычно мы пользовались анонимными функциями, например, 50, и сейчас мы, ну пусть будет 5, сейчас 8 увидим. Или, например, мы могли бы сейчас, чтобы для полного понимания, давайте еще я сделаю 14 сам и свяжем с 14. И сейчас я сам 14... вызван новую функцию sum14, которую я получил с более общей функцией sum, допустим, добавлю 13. Получим, естественно, 27. Вуаля, worked. Вот таким образом вы еще можете использовать функции. То есть не только принимать функции в качестве параметра, но вы можете и
производить такие функции, которые отдают функцию. То есть вот наша функция сам, она производит другую функцию. Но мы ее здесь построили таким образом, что у нее есть первый параметр, который в итоге связывается с внутренней функцией, которую вы будете параметр использовать. То есть вы можете, вот как здесь, скажем так, мы сделали сам 3 и сам 14, то есть подготовить некоторую общую шаблонную функцию, а потом ее использовать для конкретных. То есть, смотрите, у вас есть какая-то максимально абстрактная, да, потом вы ее конкретизируете на какое-то одно, на один параметр, а потом уточняете еще сильнее. Таким образом, скажем так, сужаете свою абстракцию до конкретных значений. Так. Раз уж мы начали говорить про протоколы, да, и вот про функции высших порядков, вам что следует знать? Вам следует знать обязательно следующее, что существуют следующие протоколы стандартные, которые вы просто обязаны знать и обязаны их выучить, если собираетесь пользоваться эликсиром плотно. То есть collectable, enumerated, inspect, то есть и там есть различные функции, то есть count, member, reduce, slice, здесь инта, например, что делает? Return and initial аккумулятор. То есть у вас есть какая-то коллекция, и вы просто пытаетесь перегнать ее в другую коллекцию. Еще здесь нужно, по идее, знать enum. Очень хорошо. Здесь очень большое количество функций. То есть классические функции, такие как drop, take, filter, map, flat map, minimum. Ой, здесь есть minimum. Я зачем-то там тогда reduce пользовался. Minimum, min, max, reverse, slice. Короче, сидите и изучайте zip, zip with index. Сидите и изучайте. Когда вы не знаете, реализует ли тот или иной протокол, какая-то структура, что вы делаете? Вы нажимаете, вызываете команду i, inspect, и передаете term. И вуаля, мы видим, что реализуются следующие протоколы. И сейчас мы можем посмотреть, какие функции возможны. Вот наши, где они у нас, протоколы. Вот они. То есть, например, map, мы могли посчитать количество, узнать, является ли мембером, reduce, slice. Ну, в общем случае, протоколы это скорее всего для библиотек, нежели для какого-то, скажем так, практического применения. В большинстве случаев вы будете почти всегда писать обычные функции, а свои собственные протоколы вы реализовывать будете редко. Будете в основном пользоваться библиотечными уже этими протоколами.
я вот когда на самом первом видео показывал, вот что значит инспектировал я когда. Сейчас, по идее, у вас пазл так уже должен был собраться, и вы должны теперь более-менее четко осознавать, что такое протоколы. То есть у нас есть вот эти структуры, эти контейнеры, и у них есть какое-то поведение. Ну, пожалуй, больше мне тут особо говорить-то нечего. То есть о функциях я сказал, о том, что есть модули, вернее, что есть протоколы библиотечные, сказал. То есть функции высшего порядка. Как вы их будете применять, это все зависит от вашей фантазии. Пожалуй, все, вот такое вот небольшое короткое видео. На самом деле здесь разговаривать особо не о чем. В следующий раз поговорим. Ну, о трайкетчах, пожалуй, о трайкетчах. А потом перейдем, собственно, то, ради чего эликсир вообще изучают. Ну и Erlang, то есть процессом и макросы у нас еще останутся. Изучать эликсир. See you next time.